Сегодня в условиях карантина и надвигающегося экономического кризиса в стране не только частный бизнес сталкивается с проблемами, но и коммунальные предприятия нашего города. Не исключением стало коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы. Именно поэтому сегодня в ходе сессии депутаты абсолютно всех фракций обратились в поддержку листа, который направила ассоциация Укртеплокоммунэнерго, это ассоциация тепловиков Украины, куда входит в том числе и наше коммунальное предприятие. Обратились в кабинет министров с тем, чтобы был неотлагательно принят ряд законодательных инициатив. Где-то необходимо принять новый законопроект, где-то доработать старый. Но сегодня отрасль тепловой энергетики фактически поставлена на грань выживания. Не добавляет оптимизма и ситуация с карантином, и общая сложная экономическая обстановка в стране. Поэтому сегодня мы надеемся, что Кабинет министров услышит не просто обращение депутатского корпуса, но обращение всех тепловиков, всей отрасли тепловой энергетики, потому что от успеха и стабильности в этой отрасли зависит безопасность наших государств, в том числе энергетическая и экономическая.